До Нового года остается все меньше времени, и все чаще горожане примеряют на себя роль Деда Мороза. В этот раз в качестве зимних волшебников выступили ученики гимназии номер один. Это праздник чудес, детям очень нравится. Ученики из 4 Г вместе с классным руководителем подарили подарки ребятам из центра «Гармония». В корзинках красиво упакованные новогодние игрушки, сделанные своими руками, и фруктовые наборы. Идея такого праздника принадлежит ученику Илье Цанько. В этом году он решил сделать проект, который называется «Твори добро». Вместе с мамой Илья приходил в школу и проводил для одноклассников мастер-классы по изготовлению игрушек. А после ребята подготовили песни, стихи и пошли дарить подарки. Вместе с классом приходили в школу и все вместе с ребятами делали мастер-класс. Было нетрудно, мы все вместе быстро делали игрушки. Я хочу, чтобы не только моя елка была красивая, украшена самодельными игрушками, но и у других деток.